Мэр города Кохтла-Ярви Людмила Янченко прокомментировал команде ЕСН-ТВ последние новости, связанные с распространением коронавируса в регионе Идавирума. К сожалению, ситуация на самом деле усугубляется все дальше и дальше. Город Кохтла-Ярви сейчас на 4-й позиции по антирейтингу. И у нас уже коэффициент 548, в Идавирума 443. Если Идавирума была одной из менее зараженных регионов, то сегодня Идавирума поднимается уже на 5-ю позицию. Поэтому надо опять же думать о том, как предотвратить вот эту новую волну, которая будет такой же серьезной, как и предыдущая, то есть ожидается. Распространение вируса пошло по школам. У нас Ярвиская основная школа на карантине, на удаленке. И в наших других школах есть отдельные случаи заболевания. Но поскольку сейчас не такие жесткие условия для тех, кто был в контакте, они могут сдать анализ и выходить снова на работу, и учителя, и дети в школу. Поэтому школы пока не закрываются. Но вообще ситуация усугубляется с каждым днем. Да, было выступление министра здоровья и труда, который говорил о том, что по всей вероятности придется рассматривать в правительстве снова ужесточение, меры ужесточения и опять ограничение публичных мероприятий и обязательное ношение масок. Не исключено, что это в ближайшее время будет, потому что если до сих пор была красная только Южная Эстония и Центральная, то сейчас уже и Северо-Восток, и западные регионы тоже начинают краснеть. То есть надо, конечно, прививаться, надо носить маски, надо быть осторожными. Мне кажется, люди немножко расслабились. И теперь уже очень мало кого видно в магазинах в масках, но ведь есть рекомендация, пока на рекомендации еще, что в общественных местах надо носить маски. Будьте здоровы и следите за последними новостями вместе с командой ЕСН-ТВ.